Школьники Тверской области смогут проводить летние каникулы в модульных палаточных лагерях. В Тверской области в рамках национального проекта «Образование» будут реализованы проекты, направленные на развитие инфраструктуры загородных и школьных летних лагерей, а также создание условий для обеспечения безопасности пребывания там детей. Об этом шла речь также на селекторном совещании. Модульный палаточный лагерь будет включать в себя штабные палатки с оборудованными спальными местами, палатки для проведения мастер-классов, площадки для баскетбола и волейбола, костровые зоны, места для санитарно-гигиенических процедур с водонагревателями и многое другое. Рассчитаны такие места для отдыха школьников в старших классах. По мнению главы региона, необходимо обеспечить комплексную безопасность учреждения, а также создать условия для интересного и развивающего отдыха детей. На эти цели направлена реализация в Тверской области нового проекта. Это модульный палаточный лагерь. Два варианта, которые мы предлагаем, это для тех муниципальных образований, которые имеют загородные лагеря, это оснащение палаточного лагеря на территории загородного лагеря. У тех, у кого есть сельские школы с хорошей территорией, с близким культурным объектом, как, например, село Берново в Старицком районе, это создание стационарного палаточного лагеря на базе сельской школы с возможностью проведения специализированных смен. Игорь Удани отметил, что начало летней оздоровительной кампании не за горами. И обратился ко всем главам муниципальных образований. Необходимо усилить взаимодействие с региональными министерствами образования и здравоохранения по подготовке учреждений к отдыху детей. До 16 апреля главы муниципалитетов должны определиться, на каких территориях появятся подобные комплексы отдыха для школьников.